В декабре в Москве пройдет финал Всероссийского национального конкурса «Женщина России». Наш город и наша область представит волгодончанка Светлана Куликова. Сегодня она гость нашей студии. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, не могу не спросить, не начать наше интервью с вопроса, в какой момент вообще вы поняли, что вот надо участвовать в этом конкурсе? Вы знаете, коллеги рассказали мне об этом конкурсе и стали уговаривать поучаствовать. Вот, я сначала отказывалась, потом ребенок был в отъезде, он мне позвонил. В этот момент я ему рассказала о том, что хочу поучаствовать в конкурсе. И услышала одну вещь замечательную. Он сказал мне: «Мама, я тобой горжусь, при этом я еще ничего не успела сделать». После этого я решила и поучаствовать в конкурсе, чтобы эти слова услышать не только от своего ребенка, но и от родителей, от коллег. Поэтому вот решила поучаствовать. Ну, расскажите немножко о себе. Где вы работаете, кем работаете, чем занимаетесь? Я работаю в компании, известная под брендом Spark, офис-менеджером. Я учусь, студентка третьего курса столичной финансовой академии. Я мать. Вот. Я играю в нашем Волгодонском молодежном театре классической пьесы «Гаранс». Катаюсь на роликах, занимаюсь зумбой. В общем, у меня много всего, чем я вот увлечена в своей жизни. Я так понимаю, отборочный тур, который проходил в Волгодонске на местном уровне, там было вообще много участниц было? Первый этап проходил как народное голосование, как сейчас проходит. То есть женщины регистрировались на сайте, а за них просто голосовали. Вот, я попала в десятку, и уже десятка была в финале нашего волгодонского конкурса, то есть регионального конкурса по Ростовской области. Вот. Замечательные были женщины, то есть, которые участвовали в конкурсе, необыкновенные все, очень сильные соперницы, очень все достойные. Мы все за это время так сдружились. Какие критерии участников? Участвовать могли замужние женщины и женщины, имеющие детей. То есть абсолютно возрастные, абсолютно разные женщины, которые вот просто хорошие матери, просто достойны женщины, которые чем-то увлечены, которым скучно сидеть на месте. То есть... А судьи кто? Кто оценивает вас? Оценивали нас на нашем уровне волгодонском, это были глава города, президент этого конкурса Эдуард Греков, министр культуры по Ростовской области. Когда будет финал и вообще вот сколько финалистов должно быть? Сейчас на сайте 45 женщин, только 12 из них попадут в финал всероссийского конкурса. То есть нужно голосовать? Да, да. Ну, я так понимаю, что Волгодонск может помочь в этом результате, да? Да, мне очень нужна сейчас их поддержка. Что нужно сделать? На сайте, федеральном сайте «Женщина России 2012» есть регионы, то есть любой регион, каждый может зайти и выбрать Ростовскую область. Сейчас я там одна, там было до этого очень много женщин, сейчас я там одна. И просто проголосовать. Голосование бесплатное, это народное голосование, абсолютно бесплатное. То есть любой желающий может проголосовать за меня. На самом конкурсе когда поедете, я так уже забегаю вперед, что-то нужно вам, как участнице, делать на сцене, я имею в виду? Может быть, что-то показать, что-то станцевать, спеть, вот какие-то такие вот вещи, там, или нет? Там будет уже немножко другой уровень. 12 женщин, они уезжают на 2 недели в подмосковный санаторий, их обучают петь, и они поют со звездой. Вот как. Да, то есть это, ну, я считаю, это очень достойно так, да, представить Ростовскую область. То есть женщина должна будет спеть со звездой, и уже, конечно, там жюри более достойны. Говорят, что на конкурсе должен присутствовать президент России. Светлана, спасибо за то, что пришли к нам в студию на это интервью. Мы желаем вам успеха, мы будем обязательно болеть за вас. Спасибо большое.